Война и мир. Они тренируются в любых условиях. Уровень подготовки высочайший. Они должны находиться в постоянной боеготовности. В очередной раз пилоты 335-й эскадрильи военно-воздушных сил Греции на учениях НАТО, проходивших в испанском Альбасете, были признаны лучшими. Пилот Димитрос Цумпикас заявляет, что их работа – следовать приказам и применять навыки, которые они регулярно практикуют на учениях. Цель наших тренировочных полетов – отработать совместные действия всех членов НАТО в условиях мобилизации. Решения принимаются наверху, нам же нужно четко следовать приказам. Задачи, которые пилоты отрабатывали на прошедших в Испании военных учениях, были сложными, но условными. Их трудно сравнить с ежедневной рутиной для греческих военно-воздушных сил в условиях напряженности в Эгейском море.